На текущий момент объем рынка аукционов по банкротству насчитывает более 2 миллионов лотов на сумму более 70 триллионов рублей. Статистика постоянно увеличивается. Компании в России банкротятся ежедневно, ежечасно. Если взять статистические данные, в 2015 году обанкротилось 15 тысяч компаний, в 2016 году обанкротилось 23 тысячи компаний, в 2017 году банкротами стали 36 тысяч юридических и физических лиц. Прирост банкротств ежегодно составляет от 25 до 30%. У нас работы, как у аукционных брокеров, будет всегда очень много.